Знаю, что у вас сегодня напряженный был рабочий день. So che voi oggi avete avuto una giornata molto intensa di lavoro. Надеюсь, что все останется. Io spero che vi rimangano ancora delle forze per continuare il nostro discorso di oggi. Italia è один из наших условно привилегированных партнеров в Европе. Naturalmente l'Italia è uno dei nostri partner privilegiati sia in Europa che nel mondo. Торговые экономические связи, несмотря на то, что находятся в очень хорошем состоянии. Есть, конечно, потери в связи с известными событиями. Но в целом, уровень торгового оборота, даже занимающий солидное место, четвертое место среди наших партнеров в России. Però per il livello di interscambio l'Italia occupa un posto molto importante, è il quarto posto al mondo tra i nostri partner. Мы работаем с альянсом в области энергетики, машиностроения, космоса, атомной энергетики, в общем, не знаю. Grazie dell'accoglienza. Terza volta che ci vediamo in più o meno 4 mesi, la prima volta che ci è spaccata il Cremlino. Спасибо за этот прием. Мы с вами встречаемся третий раз за последние 4 месяца, но, признаюсь, впервые нахожусь в Кремле. Abbiamo molti dossier da affrontare insieme. Io sono davvero desideroso di poter condividere con lei valutazioni sui principali dossier. Il primo sul rapporto Europa-Russia, la questione della crisi ucraina, ma anche questioni legate al Mediterraneo, a partire da quella che per noi è una vera e propria emergenza, che è il dossier libico, il dossier della Libia. Действительно, имеется целый ряд вопросов, требующих обсуждения, которые я хотел бы с вами обсудить весьма детально. Это, в первую очередь, вопрос отношений Евросоюза и России, конечно же, в контексте, в том числе, и украинского кризиса. Однако, это вопросы положения в Средиземноморском регионе, тяжелейшая ситуация, которая сложилась с Ливией, которая... Naturalmente sono tantissimi settori di collaborazione anche in questo clima difficile che c'è a livello internazionale. Penso dallo spazio, dove oggi una donna italiana è nello spazio, la collaborazione che abbiamo insieme fino alla terra, alle questioni più legate all'agroalimentare. Sono tantissimi settori di collaborazione che farà piacere approfondirle. Вопросы, которые касаются взаимного сотрудничества, также великое множество. Без привлечения, это диапазон от космоса, если позволите, где, как известно, сейчас находится чем очень горды женщина-космонавт, представляющая Италию, до каких-то очень сильных вопросов, в частности, агропромышленного комплекса, вопросов продовольствия, что тоже, в общем, представляет весьма значительный интерес для организации. Noi auguriamo buon rientro alla sua cittadina dallo spazio, che io credo dovrebbe venire l'11 di maggio. È la prima donna italiana, per cui è la prima italiana che ha fatto il papà al Margherita. La storia di questa legge italiana. Lei è una buona rappresentante della Repubblica Italiana. Безусловно. Ce ne sono ormai in tutti i livelli, abbiamo, come lei sa, avendo incontrato qui anche il ministro Mogherini, che poi è stato responsabile della politica estera, che anche il ministro Lavrov l'ha incontrata più volte. Adesso ci occupiamo di tutti i dossier, sono davvero molto contento che ci sia questa occasione di approfondimento con lei.
Ну, строго говоря, женщин у нас на всех уровнях и во всех областях достаточно много, они широко представлены. Это в том числе и к своему генерале, с которой вы имели возможность беседовать, вырасти ее министром иностранных дел. Теперь она, как известно, верховный комиссар внешней политики Евросоюза, с которой с вами вопрос неоднократно встречался. Впрочем, я полагаю, что у нас масса вопросов, множество вопросов, которые нам надо обсудить. Помимо этого, и чрезвычайно рады к нам проездить.